Так, всем доброго времени суток. С вами Кононова Елена. Очень рада, что вы пришли на мой канал и заинтересовались этой очень крутой темой. Конечно же, сегодня мой вебинар на тему материального достатка. Я сегодня хочу рассказать с большим приудовольствием про наш бинар GL, который сегодня очень отличается вообще от других бинарных систем. Это сегодня очень важно понять. Я сегодня вам дам факты, аргументы. Вы узнаете, чем отличается сегодня наша модель от других моделей. Это очень важно, потому что репутация у бинаров разная. И некоторые думают, что если слово «бинар» звучит, значит, как будто бы он такой один существует. На самом деле, абсолютно все не так, потому что мир не стоит на месте. И, естественно, цифровая вся тема, она тоже на месте не стоит. И сегодня считает, пересчитывает, моделирует, проецирует. И все это все еще будет находиться в дальнейшем развитии. Но на сегодняшний день существуют самые безопасные финансовые модели, на которых можно очень большие зарабатывать деньги. Поэтому на сегодняшний момент, да, я сегодня раскрою секреты денежного кода и денежного чуда. Я бы назвала бы его так, потому что это настоящее чудо, на котором у меня получилось за полгода заработать $1 000 000. $1 000 000, только вдумайтесь в эту цифру. И сегодня мы открыли компанию тоже не с пустого места, да, с Галиной Платоновой. Мы абсолютно понимаем, о чем мы говорим, и на абсолютно своих действиях мы узнали, поняли, как работают такие модели. И мы с большим, огромным приудовольствием хотим вам рассказать, на чем же сегодня мы зарабатываем и как бинар строится. Итак, дорогие мои, бинар. Волшебное слово 21 века в MLM, потому что это самая устойчивая модель, на которой сегодня можно, благодаря которой можно строить сегодня структуры, не боясь ничего. Сразу объясню почему. Потому что в B, ну, слово B это 2, да, а бинар это вот такая древовидная структура. Она вот это от вашего центра, от вашего активного центра будет строиться структура вся вниз и до бесконечности. Наш бинар GL рассчитан на 8 миллиардов людей. Только представьте себе, сколько сегодня можно создать здесь движение, да, в течение всей жизни. Мы именно так сегодня проецируем как бы наш бизнес, потому что нам хочется двигаться вперед с осознанными людьми, которые хотят объединяться, которые хотят жить духовно и материально очень как бы на высоком уровне, да, потому что наша компания GLTOR System продвигает сегодня продукты интеллектуальные, это территория осознанного развития, но вместе с этим, естественно, мы даем классную партнерскую программу через бинар. Итак, сегодня наш бинар, сразу же буду говорить, чем отличается от других, это очень важные такие факты, потому что много задают вопросов, я решила такой вебинар провести. Итак, первое. В бинаре зарабатывают с бинарных пар. Итак, внимание, бинарная пара – это когда в левой и в правой стороне одинаковое количество баллов, да, или денег, так, по-нашему говоря. Допустим, наш бинар, вообще вход в бинар стоит $700. $700 – это стартовый такой капитал, который будет приумножаться в течение всего процесса, все в бесконечное количество всяких разных вознаграждений. Да? Это одноразовая, как бы такое, одноразовая инвестиция, да, в этот бизнес. Поэтому вы должны понимать, что если сегодня $700 стоимость пакета, да, семиугольника, то у нас если слева 700 и справа 700 появляется в команде кто-то, то у вас бинарная пара составит $700. Я сегодня объясняю простую элементарную вещь. Для чего? Для того, чтобы вы поняли, что от других мы бинаров отличаемся следующим. В классическом виде бинара вообще зарабатывают люди от фиксированной бинарной пары. Ну, к примеру, у вас $700 слева зашло, значит, в обороте вашей команды, и $700 справа зашло. А теперь представьте себе, в классике жанра вам, допустим, пообещали фиксированный процент, фиксированный как бы выплату, допустим, $100.
Допустим, у вас каждая бинарная пара будет, ну, на кошелек падать, всегда будет стабильно $100. То есть она у вас не меняется, она называется фиксированная пара. Так вот, в нашем бинаре GL Tor System эта пара не фиксированная. Это очень сегодня важный аргумент, на чем сегодня фундаментально держится наш бинар и почему здесь 8 миллиардов находится по математическому расчету. Потому что у нас сегодня, на сегодняшний день, у нас есть таблица этих бинарных пар, они не фиксированные. И чем будет больше бинар строится, бинарная пара по коэффициенту, она будет уменьшаться. Но это не значит, что вы сегодня будете мало зарабатывать. Это достаточно большие деньги для того, чтобы сегодня мотивационно двигаться вперед, потому что чем больше структура, тем, соответственно, люди будут друг другу, естественно, помогать зарабатывать все больше и больше, потому что у нас, понятное дело, бинар это до бесконечности строимость структуры и дохода. Неважно, кто кого пригласил. Это очень важный аргумент. И чем больше людей будет в этом дереве вниз строиться, и друг под друга все будут идти, прыгать, заземляться, да, под крайнего каждый раз, то вся структура в диапазоне от администрации до крайнего человека, она будет всегда получать начисления на ваши, ну, на ваши бинарные ветки для бинарной пары. И это очень важный момент, друзья. Самый главный, который вы должны понять, и когда вы будете общаться со специалистами сетевого маркетинга, очень продвинутыми людьми, я очень люблю с такими разговаривать, потому что когда я узнаю, что там фиксированная бинарная пара, то все это 100% будет скам. Скам будет примерно где-то на 3 миллионах людей. Это уже будет бинарная структура не сможет выплачивать деньги, потому что фиксированная бинарная пара. Это сегодня математика. Итак, это сегодня важный аргумент для того, чтобы сегодня мы громко заявили о себе, о нашем партнерском вознаграждении именно нашего бинара GL. Итак, у нас нефиксированная бинарная пара. Сегодня она составляет 22%. Она будет уменьшаться потом 22%, там 19%, 18% и так далее. То есть у нас будет уменьшение, но это будет уменьшение только тогда, когда будет строиться структура. Соответственно, когда будет большая структура, от того, что сегодня вся прослойка, которая будет формироваться в самом начале, соответственно, это уже бизнесмены. Мы сегодня строим с осознанными людьми этот бизнес. Нам сегодня необходимо понять, что в нашем бинаре есть конкретная стратегия, по которой сегодня мы сюда приглашаем. И мы сегодня здесь продаем... Вообще, понимаете, бинар – это вообще коллективный бизнес. И один человек, одному человеку смысла бинар строить вообще нет. Да? Потому что, объясню, ну, можно строить, но опять же с командой внутри, да, но если сегодня брать концепцию, нашу концепцию, где мы покупаем семиугольник и все по этой стратегии заходят, и вот я вот как раз нарисовала, у нас под каждым семиугольником есть всего лишь 8 мест, всего лишь 8 мест. И следующий 9-й человек, конечно же, он пойдет под первого и так далее, да, они будут слева направо центральным компьютером распределяться, заполняя все пустоты. То есть, в принципе, бинар пустот не терпит, но очень важный аргумент, что вы можете зарабатывать, и бинарные пары всегда у вас будут схлапываться, даже если в вашей команде будет всего 2 человека, даже если будет 2. Если будет всего лишь, допустим, вот сюда вот человек, допустим, прыгнет, да, или и сюда. И у них будут свои вот эти структуры наращиваться, они будут там строить свои команды. Ваш главный аккаунт, конечно же, будет получать вознаграждение до бесконечности, покуда они там строятся. Так у вас будут слева и справа фиксироваться обороты компьютером, да, вашим кабинетом, и выплачиваться бинарные пары. Даже при 2 людях. То есть все, остальное все может быть пустым, а вот эти 2 структуры, 2 дерева растут и развиваются, это очень круто. То есть даже при минимальном количестве людей, то есть 2 активных лидера, вдруг такое в жизни у вас повезет, да, даже так, у вас будет хороший, крутой доход, крутейший. Поэтому здесь важно понять, что если вы активная организация, если вы активный лидер, если у вас активные люди, ваши партнеры, которые очень любят общество, сообщество, то есть, которые не любят тусоваться одни, жить, да, которые любят везде вместе быть, да, объединившись, то эта структура для вас, она для вас, потому что мы, по сути, здесь продаем, как бы,
некоторые, как сказать, бизнес-места, благодаря которым можно себе любую материальную мечту реализовать, да? То есть мы говорим как? Мы продаем возможности, которые сегодня вам откроют, соответственно, ну, возможно, заработать это на дом, на машину, на путешествие, да, это инструмент, где можно реализовать любую материальную мечту. И сегодня мы говорим прямо, знаете, как есть. Ничего придумывать мы не собираемся. Это шикарная, скажем так, модель, которая сегодня опробована мною и тысячами людей, да, у меня было в команде большое количество людей, благодаря которому, да, у меня были крутые обороты, люди зарабатывали, я зарабатывала. И то есть это мой опыт, да, это благодаря этому опыту, да, и Гале Платоновой опыта, мы сегодня создали некую более усовершенствованную, немножко стратегическую, да, модель в движении, которым мы сегодня можем получать гораздо больше денег, да. Но почему это произошло так? Потому что в классическом виде бинара, в классике жанра, в бинаре всего, ну, обычно продают по одной ячейке. Одну ячейку покупаешь, либо там две, либо три, там, у кого сколько там хватает, как бы, аппетита, да, то есть, ну, тот так и начинает приобретать свои бизнес-места. Но мы сегодня запрограммировали эту концепцию семиугольника. Я сегодня всем советую обратить внимание именно на то, что сегодня у нас запрограммировано. Эта концепция сегодня выложена уже в программной части. То есть мы сегодня сразу под собой приобретаем 6 мест. То есть ваш главный аккаунт, это с одного кабинета делается, это тоже большое отличие. Я знаю, что, ну, я во многих компаниях раньше работала, я помню, что мы даже отдельно регистрировали разные кабинеты, чтобы купить себе там семиугольник. То есть, прикиньте, получается, мне надо было 7 кабинетов зарегистрировать, да, чтобы приобрести семиугольник. Для чего? Для того, чтобы от одной и той же работы зарабатывать не на один кошелек, а на все 7. То есть я под собой все места выкупала раньше, 7 кабинетов имела, а теперь мы еще проще сделали. В нашем кабинете Geotour System у вас сразу же есть возможность приобрести семиугольник. Бинары мы заходим семиугольниками. Поэтому мы, приобретая семиугольник, а у нас открывается сразу 8 мест, и мы также наших партнеров, 8 человек, заводим на семиугольники. Все. И у вас тут же начинает, конечно же, расти сумасшедший крутой доход. Это невероятный. Вы можете отдельно посмотреть мои вебинары, где я рассказываю, что в четвертой глубине всего лишь у вас будет доход больше 6 миллионов долларов. Только в четвертой глубине, если будут все партнеры 8 по 8 идти вперед и осознанно строить структуры, да, объединившись энергиями, деньгами, мыслями, идеями, целями. Это очень важно, потому что в нашей компании мы, конечно же, строим цели, мы хотим объединить большое количество участников по всему миру, которые заинтересованы в интернет-заработке, в свободном полете движения, которые хотят путешествовать, которые хотят наслаждаться жизнью, которые хотят строить семьи полноценные, покупать себе нормальные дома, строить, может быть, дома, которые могут нормально, полноценно жить, хотят. Поэтому для вас, кто этого хочет, для вас это открылась компания, да, Geotour System. И этот инструмент, он объединяет сегодня всех абсолютно по всему миру. И здесь, в принципе, презентация простая, можно вот именно в бинаре, если у нас сегодня в тринаре, ну, у нас есть маркетинг, где продается, через который продается наш продукт интеллектуальный, а сегодня это осознанная модель, где мы сегодня заводим, можем ли заводить с любой точки мира, ничего, никого не прогружая разными там, ну, занятиями, обучениями и так далее. То есть мы сегодня прям осознанно продвигаем финансовый инструмент с возможностями реализовать любую материальную мечту. То есть это сегодня конкретно. Я сегодня вам конкретно говорю, чтобы вы также внутри обработали, переработали информацию и, соответственно, могли уже своим языком, естественно, передать ее в следующие руки, да. Очень, на самом деле, крутое отличие следующее, да, то, что у нас сегодня существует автоматизация продвижения к более высокому доходу. Это сегодня отличие конкретное, да, мы сегодня не будем спрашивать наших партнеров, а хочешь ли зарабатывать больше, или там, ну, тут нужно будет покупать какие-то пакеты дополнительные.
То есть вам сегодня не надо думать о том, что сегодня, как в классике жанра, ну вот отличие от классики жанра, что спрашивать ли команду в глубине, кто сегодня на что ориентирован. То есть любое движение, оно автоматизировано, и каждый раз, когда у вас, мы все покупаем, каждая ячейка у нас стоит стоимостью, стартовая цена, это $100, да, мы за $100 купили, то есть 7 ячеек, $700 потратили, и у вас всегда при движении команды, у вас одна и та же ячейка, да, купленная, она будет апгрейдиться до $250, до 500, на автомате полном, и до 1000, да, максимальное количество стоимости ее $1000. И каждый раз, ну, тоже интегрирована как бы вся математика, да, чтобы я просто вкратце объясню, чтобы вы понимали. Все очень просто. Со $100 вы получаете с бинарной пары 25%, с $250, когда у вас апгрейдится, у вас, у ваших партнеров, у вас всегда будут с апгрейдов лететь наверх, снизу вверх все эти вознаграждения, начисления для бинарной пары. Это, ребята, сумасшедшие потоки. Снизу вверх, сверху вниз. И вот таким образом, восьмерочкой, бинар весь строится, деньги распределяются удивительным образом. И когда у вас будет $500 пакет, вы получаете с бинарной пары 75%. Когда у вас будет уже $1000 пакет, это все на автомате. И все за движение структуры, система сама вам все апгрейдит. И вы уже будете получать 100% все с бинарной пары. То есть все, которые у вас в глубине вашей структуры, вашего дерева, когда ваши партнеры будут тоже апгрейдиться, у них будут тоже обороты в командах. И прикиньте, у каждого 8 человек, у всех будут внизу строиться команды, и они у них будут апгрейдиться. Это же все с апгрейдов деньги, живые, настоящие, вам идут тоже для начисления бинарной пары. Это бесконечное количество транзакций будет на вывод. Вот я вспоминаю просто такие интересные вещи, что у меня были каждые 10 секунд, представьте себе, каждые 10 секунд у меня вот в этом бинаре летели деньги на вывод. На вывод, потому что у меня строилась структура, я там уже никого не знала, и у всех там какие-то апгрейды происходили, кто-то кого-то заводит, и я вообще уже туда даже не лезла, не смотрела это дерево, я не смотрела, потому что смысла не было, очень было уже глубокое, у кого-то длинное дерево, у кого-то короткое, неважно, система сама все считает, сама все крутит, и я просто понимала, что каждые 10 секунд идут начисления на вывод. Там где-то $10, где-то 25, где-то 100, где-то 500. Это вообще, это удивительные вещи, потому что вот это денежный дождь, это денежное чудо настоящее. И я сегодня вам хочу просто поделиться от всего этого понимания, вот этого знания, опыта, поделиться с вами этим удивительным организмом, да, финансовым, потому что он живой, потому что там люди, которые хотят хорошо жить. И поэтому сегодня на рынке нет сегодня круче модели, чем вот этот наш бинар. Потому что он честный, он открытый, он прозрачный, он просчитанный. Здесь никто никого не грузит ни чем-то лишним. И я очень хочу, чтобы эти все цифры, этот весь механизм, конечно же, кто-то там подразобрал и своим языком уже, своей командой как-то, может быть, донес своим простым языком. Но я всем советую вообще, в принципе, понимать, что... Самое главное, вы должны понимать, что у нас по умолчанию семиугольник идет, у нас начисления идут, даже если у вас не закрыты все ячейки, если два человека слева-справа стоит, у вас все в глубину уже строится, там свои деревья у них растут, вы тоже получаете вознаграждение. О, доход со всей глубины, неважно, кто кого пригласил, да, если эти деревья строятся у вас слева-справа, то вы будете получать, у всех идут апгрейды, у вас на этих апгрейдах идут обороты, а с оборотов вы получаете бинарные пары, хлопаются каждую секунду. Этим вы должны сегодня зажечься, потому что эту картинку можно увидеть, ее не нарисовать, бесполезно рисовать эти деревья. Вы только представьте себе, что у бинара есть механизм встроенный, где существует определенный алгоритм поэтапного плана вознаграждений, где у вас сегодня есть просто 4 пакета у каждой ячейки, каждая ячейка апгрейдится до 4-го пакета, до $1000, и каждый апгрейд приносит вам деньги. Все, вам в принципе больше ничего понимать здесь не надо.
Если вам аж детали все нужны, да, нет проблем. Просто заходим на наши школы рабочие, где мы сегодня показываем, рассказываем детали всякие разные. Это вообще не проблема. То есть есть такие школы, которые вам сегодня еще больше расширяют картинку. Но вот этого достаточно. У нас... Вы должны понимать, я уже много раз, я еще раз вас зажгу, да, у нас, если вот эта первая глубина, всего лишь первая 8 человек, а если у них, у каждого тоже будет по 8, это будет вторая глубина, вы уже зарабатываете на второй глубине 12 тысяч долларов. Ваш доход составит 12 тысяч долларов. Если у всех будет, у этих людей выполнена вот такая как бы квалификация 8 человек. Потому что я считаю, что в этом бизнесе на 8 человек задерживаться смысла нет. У меня было личников в предыдущем бизнесе больше 1000 человек. Поэтому мне всегда было интересно об этом говорить. Потому что много людей нуждаются в деньгах. Многим нужно закрывать кредиты, многим хочется закрыть долги. Я всегда говорю, что это палочка-выручалочка, это спасательный круг. Давайте здесь объединяться. Это честное движение, открытое, прозрачное. Давайте будем вместе идти. Потому что свободная жизнь, которую все мечтают, да, финансовая независимость, свобода передвижения по всему миру, она существует, друзья. И нужно про нее говорить и научиться артикуляционным аппаратом своим пользоваться. И эмоции включать, и понимание свое давать, и людям просто просвещать, дорогу освещать просто реально своим фонариком. Если у вас зажегся фонарик здесь, если вы поняли, в чем здесь фишка, все, зажигаем все свои фонари, идем вперед. Это бинарное дерево может строиться всю жизнь. В этом здесь и все заложены все механизмы, да, которые сегодня просто вас будут... Кстати, вы богаче будете делаться, это все больше и больше, это в глубине. Все ваше богатство, да, весь Клондайк находится где-то вообще вот, ну, в глубине, там на 6-7 уровне вы начинаете богатеть. А вот там дальше можно получать и миллион долларов в день даже. Есть такие цифры, которые они, знаете... Против математики не попрешь, вот так скажем проще. Поэтому вы должны понимать, что есть определенный алгоритм просчетов, да, который вам сегодня поможет как бы доказать, что ли, чтобы сомнений не было никаких. Потому что сомнения только от незнания. Поверьте мне, когда мы что-то не знаем, мы всегда сомневаемся. Всегда. Но если вы сегодня начинаете узнавать, изучать, повышать свою компетентность, да, задавать вопросы. Я так люблю сама задавать вопросы. Я такая любопытная, по жизни любопытная. Я всегда копаю до глубины. До такой глубины, чтобы мне было спокойно, свободно и комфортно. Потому что верхушки меня не устраивают. Бывает, что что-то понравится, но я что-то не догоняю и начинаю копать. Поэтому вот я вот это все, этот весь механизм наизусть знаю. Поэтому сразу вам говорю, если вы сегодня на уровне доверия, понимания, что здесь люди, специалисты, профессионалы в своей среде, вы просто начнете строить просто по алгоритму 8 человек ваших личников, 9 ваши полетят все, конечно же, в вашу структуру под ваших первых, как перелив. Это будет большой презент для вашей команды, да, они будут радоваться этому всему. Но если все будут это делать, ребята, там 9, 10, потом 500, не останавливайтесь, стройте, организовывайте, делайте свои организации, потому что это коллективный бизнес. И здесь нужно всем, и каждому будет здесь радостно за друг друга. Никто здесь воевать в этом бизнесе не будет. Это очень хорошая мотивация и аргументация, потому что в бизнесе, в классическом жанре, если два киоска, два торговых центра стоят напротив друг друга, они, конечно же, они соревнуются, они как бы конкуренты, да, и они начинают там, конечно, в своей конкурентности развиваться, потому что тут надо что-то придумывать постоянно, каким образом завлечь своих клиентов, да. А здесь, получается, строя бинар, даже если у вас в параллельной ветке будет какой-то человек долларовым миллионером, вам сегодня это будет как козырь, как такая самая красная такая тряпочка, да, для многих людей, что, ну, кто хочет сегодня добиться такого же результата, вы можете смело говорить, что в нашем бинаре есть долларовые миллионеры, здесь работают, зарабатывают, организовываются, объединяются. Это и есть тот бизнес, это и есть тот образ жизни, на который должны мы все ориентироваться. А на что вы еще ориентируетесь? Потому что на страхах жить смысла нет, на страхах ничего не заработаешь, на сомнениях вообще ты сидишь в болоте. Поэтому наша организация, компания Geotour System, дает инструменты классные. У нас есть шикарный интеллектуальный продукт, где вы можете сегодня
сегодня, и этими знаниями воспользоваться, начинать практиковать, и вы поймете, что и жить и идти вперед вообще не страшно. Вообще классно жить на самом деле. Когда ты ешь, когда ты видишь все, все вот из всего потока жизни, да, вы видите только возможности. Не ущемляете себя, не ограничиваете себя в матрице, да, а вот реально видите себя в жизни, в открытом потоке, где вот возможности приходят, людям улыбаешься, знаешь, как с ними общаться. Наша система, кстати, дает классные знания, где, конечно, все по коммуникациям, по общению между людьми, мужчиной и женщиной, в социуме, мы и можем нормально общаться, и мы можем быть магнитом для людей, где... люди будут питаться вашей полезностью. И если вы сегодня бесполезный человек, конечно, тяжело идти вперед, потому что очень много всего сегодня есть в информационном поле, которое сегодня реально кого-то нагружает, кого-то разгружает. Кто-то вообще благодаря этому полю просто такие зерна себе взял, которые вообще раскрепостили его по жизни. В нашей компании есть эти зерна. Вы можете пользоваться продуктом, можете пользоваться отдельно вот этой структурой, построению структуры, да, осознанно, не боясь, ой, дай-ка кого-нибудь позову, 2-3 человека. Конкретно бизнес-план поставили, прошлись, все записали. Этим людям помогли тоже по 8 человек в своей жизни как бы найти, убедить, поговорить, объединиться. Это и есть та работа, за которую получаете вы деньги. Деньги большие, но на большие деньги просто так не даются. Давайте будем честными. Не даются просто так деньги. Все миллионеры долларовые заработали деньги. Они начинали с малого, потом со среднего, потом уходили, ныряли в большой бизнес. Друзья, все проходят эти этапы. Все люди, ну только единственное, лотерея. Кому-то, может быть, достанется там миллион долларов. И то этот миллион долларов, он куда-то исчезает сквозь пальцы, дорогие мои. Он не приумножается, он просто от незнания что-то просто тратится. А мы сегодня можем свои 700 долларов приумножить и дать в этой среде свою полезность, свое понимание, свое знание, зачем это все, зачем мы строим этот бинар. Бинар для объединения, для людей, которые хотят полноценно жить и вращаться по всему земному шару тогда, когда им хочется. Я просто сама больше 22 стран в жизни посетила, я очень такой заядлый путешественник, я очень люблю путешествовать по всему миру, и просто, знаете, я не представляю без путешествий свою жизнь. Я не просто уехала на остров Кипр жить, да. Мне просто с моего города, откуда я уехала, мне, знаете, с Кипра путешествовать как бы удобнее. Потому что с моего города очень тяжело передвигаться даже до Москвы. Ну, не всегда удобно. Поэтому для меня долгие путешествия из-за этого, из-за геолокации, скажем так. Поэтому... я и Кипр выбрала, потому что здесь удобнее. Тут быстро до Европы, тут везде рядышком, да все рядышком. Быстрее можно уехать куда хочешь. Поэтому я хотела бы, чтобы наши партнеры в нашей компании Geltour System могли себе позволить нормальную, полноценную жизнь. Но для этого, дорогие мои, мы должны объединяться. Если мы не научимся объединяться и не будем пользоваться знаниями, которые у нас есть в компании Geltour System, как продуктовая линейка такая, да, это интеллектуальный продукт. Если мы не будем пользоваться этими практиками, знаниями, то, конечно, будет хреновая жизнь. Вот прямо четко скажу, что будет плохо, некомфортно, страшно. Все будет так, как вот есть, может быть, у многих сейчас. Поэтому давайте переходить эти границы, разбивать эти коконы. Хватит, у нас впереди огромная еще жизнь, у кого, конечно, сколько, но, по крайней мере, каждый день мы можем пользоваться вот этими возможностями и от радости получать, с радостью двигаться вперед и получать от этого еще большое удовольствие, от процесса. Самое главное – от процесса. Поэтому, в принципе, я вам сегодня, смотрите, сейчас посмотрю, так, про бинар. То есть, смотрите, я вам сегодня показала главное отличие. Еще самое главное отличие, очень самое главное отличие. Потому что в классическом виде бинара есть такое понятие, как спилловер. Есть такое понятие спилловер, это одна сторона. Вот, допустим, это вы как спонсор, да? Это вы как спонсор. И если вы сегодня строите, к примеру, в классике жанра вот этого человека, да? И если у вас какой-то есть перелив, да, допустим, ну, то есть девятый человек, то ваш девятый человек полетит
только в одну сторону, он, допустим, в слабую ногу летит, ну, в одну, то есть. В нашем бинаре у нас сегодня спилловер не в одну ногу, а в две ноги. То есть, если сегодня кто-то активничает в прослойке очень сильно, там, и спонсоров, да, то есть ваш спонсор, то его люди могут лететь сверху вниз, слева направо. То есть и этим помогать, и этим, этой стороне помогать, и этой стороне помогать. Это главное отличие от классики жанра. То есть нам сегодня не нужно со спонсором строить одну ногу, а если спонсор мегаактивный, он может помогать своей работоспособностью в две ноги. То есть его люди будут лететь под крайних, кто в левой ноге, и кто в правой ноге. Это очень главное отличие. И вы сегодня так и запишите, что у нас спилловер не в одну ногу, как в классике жанра, что одну, раньше, до сих пор, кстати, строят такие бинары. Я, конечно, уже не понимаю, как это они строят, вообще неинтересно абсолютно, потому что... А здесь такая мотивация, когда спонсор активный, у него все, ну, не в одну ногу летят, а прям в две, туда-сюда, туда-сюда, занимая все свободные пустые места, спонсор помогает заполнять, он же строит свою, это же его структура, и он помогает, соответственно, уже где-то там заодно и людям, которые стоят под ним уже. Поэтому это очень дорогого стоит сегодня это понять, и как аргумент сегодня можно аргументировать на любой встрече с любым профессионалом вообще сетевого бизнеса, кто строит бинары. Я просто сейчас наблюдаю ребят активных, вообще крутых, классных ребят, которые качают бинары. Я смотрю, что у них спилловер в одну ногу. Это, конечно, для меня это уже убого, потому что есть возможности гораздо круче. То есть возможность, как у нас, Джелтер Систем, когда у нас в две ноги, от активности заполняют все пустые места. Это очень круто, ребята. Это очень главный аргумент, который сегодня вы можете давать на разных собеседованиях, совещаниях, встречах и так далее. Это очень серьезный аргумент, что наш спонсор, если, ну, активный, его активность вся идет в две стороны. По очереди слева направо, слева направо, слева направо, заполняя все пустоты. Поэтому, дорогие мои, я очень рада сегодня была с вами обо всем этом поговорить. Я очень люблю этот бизнес. Я всегда готова просто отвечать на все вопросы по бинару. И мне самое главное сегодня хочется, да, донести, чтобы у вас было понимание, зачем этот бизнес нам сегодня нужно строить. Да? Понимаете, что это коллективная организация, коллективный бизнес. И здесь... Один в поле не воин. Я сегодня прямо четко мотивирую людей, чтобы они строили, объединялись и прям структуры росли, и чтобы доходы ваши, чтобы в этом году чеки в компании Джелтер Систем были до миллиона долларов. У нас уже есть миллионеры. У нас есть миллионеры, правда, не долларовые, но они есть. И это очень радостно, что сегодня так вот все начинает, да, а этот год материального благополучия, 2020 год, тут очень могут активничать, скажем, энергии денег, да, поэтому я сегодня просто во имя этого года, прям нравится, что в этом году такая вот тема крутая, поэтому без него, без этой движухи, ну, смысл там что-то продавать, какие-то маленькие какие-то там продукты там за 100 рублей там и на этом зарабатывать, смысла я не вижу. Надо заходить делать бизнес. 700 долларов это вообще то, скажем так, тот финансовый коэффициент, который сегодня доступен каждому, и каждый может преувеличить все эти деньги до там, это первая глубина, потом вторая, потом третья, потом четвертая. И вот тут вот уже больше 6 миллионов долларов, прикиньте, ваш доход составит. Это просто, ребята, Вот тут уже 190, почти, да, 193 тысячи долларов. Уже вы доход получаете с третьей глубины, да? Это вообще, ребята, что-то с чем-то. Давайте об этом говорить, давайте это разбирать, давайте объединяться, в конце концов. В принципе, я самое главное отличие вам сказала. Вы сегодня можете пересмотреть мой вебинар и выписать себе вот эти самые главные аргументы и их презентовать на ваших встречах. Поэтому, дорогие мои, я встречу нашу заканчиваю. Я очень счастлива, что я могу об этом говорить. Я очень счастлива, что я это понимаю. Я в этом уверена. Я это знаю, я это прошла. Я хочу идти дальше. Я хочу идти дальше, но в более крутой концепции, как Джелтер Систем. Потому что мы и для этого компанию открывали в том числе. Поэтому я с вами не прощаюсь, а говорю просто пока-пока. До следующей встречи.